Всем еще раз привет, наступил вечер и настало время поужинать. И сейчас в этом видео я покажу вам, в каких забегаловках, в каких кафе мы кушаем. Очень вкусно и очень недорого. Пойдемте. Ну что ж, мы зашли в кафе, нам принесли меню, уже сделали заказ. Вот такую вот замечательную лапшу и бульон. Меню выглядит вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как раз вот подошел мой рис. Вот такая вот большая порция, на мой взгляд. Ну вот в самый раз, чтобы сытно покушать. Пожелайте нам приятного аппетита. Еще раз хочу подчеркнуть, кушайте там, если вы решите все-таки питаться и кушать китайскую кухню в китайских кафе и ресторанах, кушайте там, где очень много местных китайцев. Посмотрите, сейчас в этом кафе русских только двое, и это мы. И смотрите, сколько китайцев здесь. Это говорит о том, что здесь очень вкусно и недорого. Подают говяжий бульон с зеленью. Очень острый, перченый. Но для меня оптимально. Но почему-то первое время мы приходили сюда кушать. Бульон не подавали. Сейчас, видимо, потому что мы часто сюда засаживаем, стали приносить бульон. Видимо, как бонус. В общем, мы покушали, поужинали. Получилось у нас на двоих 41 юань. Вот, достаточно, мне кажется, неплохо. Обратите внимание, как организован досуг в Китае. Ну, конкретно здесь, в Санье, может быть, где-то по-другому. Но, скорее всего, да, везде китайцы вечерами выходят на улицу, на площади, здесь в парке и танцуют. Просто танцуют здесь, танцуют там. Есть бальные танцы. Вот так вот интересно, они машут руками. Очень круто. На мой взгляд, классно. И вот смотрите, организованные колонны, идут лидеры движения в красивых костюмах с лампасами. Очень классно выглядит, они задают, как бы, видимо, тон всему происходящему. На мой взгляд, очень круто. И смотрите, как это смотрится, их костюмы, их футболки ярко-зеленого, ярко-красного цвета. Смотрите, как классно. И некоторые даже улыбаются. Приобщаются к физкультуре. И всем вам рекомендую заниматься физкультурой и спортом. Хотя сам я хожу, конечно, в зал, но не назову себя прям таким заядлым спортсменом. Немного прошли, здесь тоже люди танцуют. Вот смотрите, девушка обучает трех прекрасных женщин каким-то движением. Интересно одета она в каких-то чулках, таких сексуальных. Вау! Это типа трек не для отверка, все дела. По-моему, круто, прикольно, молодцы, нравятся они мне. Пройдя 30 метров, мы опять видим танцующих китайцев, танцующих людей. Смотрите, круто, здесь танцуют бальные танцы. Смотрите, как они классно двигаются, это происходит каждый день здесь. Yeah.
видео называется «Когда не можешь, но очень хочется». Решили зайти в магазин и показать вам продуктовый магазин в Сании. Очень много всяких сладостей, конфет. Вот, допустим, вот такие конфеты. Здесь, сейчас скажу сколько, 450 грамм. Стоят они 27 юаней. Кокосовые. Вот такие мы брали, мне не очень понравились. Ну, такие на любителя. Они какие-то не очень насыщенные, что ли, по вкусу. Кокос. Очень много кокоса. Ну, очень круто в подарок такие, наверное, все берут, покупают и привозят. Сувениры, ракушки, сумки. Ну, в общем, как и везде. Мыло Safeguard 60 рублей, 6 юаней. Ну, это из того. Head and Shoulders 150 рублей. А, это тоже Safeguard. 150, а Head and Shoulders 250. Вода, пиво. Пиво стоит у нас, получается, Цингтао, 4 юаня. Это, наверное, что-то типа... А, нет, не соки, это печенье. А, это чипсы. Это чипсы, друзья. Чипсы. Орион Чокопай. Орион Чокопай, ценника нету. Кстати, много вот этого здесь добра. Это какая-то курочка. Куски мяса. Все это в вакуумной упаковке. Вот, крылья. Вот это меня больше всего радует. 6 юаней стоят куриные лапки. Соусы различные. Что тут еще? Печенье. На куравье похоже. Тут уже идут, видимо, макароны или что-то непонятное. Очень много продуктов, которых вообще сложно что-либо сказать. Непонятно. Вот здесь идут сушеные фрукты. Вот. Банки с порошком. Вот это мороженое. И тут, кстати, нет того мороженого, которое мне очень понравилось. Но я думаю, оно здесь все вкусное. Это кофе. Баночка кофе. Такая сколькиграммовая. Сейчас посмотрим. грамм, стоит 31 юань. Ну, на этом все, наверное. Если будет интересно, задавайте вопросы в комментариях, попробую ответить. Пока.